Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 27 декабря – божественный день, дарующий удачу. Что ни в коем случае нельзя делать в этот день, а что наоборот нужно? Порой кажется, что существуют даты, что были отмечены Господом, ведь они невероятно благоприятные и удачные. Луна способна одаривать силами, и все зависит от ее положения в цикле. 27 декабря – 13 лунный день при растущей Луне. Все указывает на то, что вы движетесь в сторону полнолуния, а значит, с каждым днем ощущаете себя более бодрыми, собранными и целеустремленными. Но божественный день становится из-за влияния знака зодиака Близнецы, которому подчиняется этот лунный день. Дело в том, что Близнецы считаются любимчиками фортуны и прирожденными везунчиками. Они охотно поделятся с вами своей удачей, что позволит вам преуспеть в любом начинании. И этот участник гороскопа всегда подталкивает к новизне и смелым действиям. Так что если раньше вы чего-то сильно боялись, то теперь у вас все получится. Кроме того, Близнецы притягивают деньги, поэтому 27 декабря можно вести любые финансовые операции. Интересный прогноз дает также и кармический календарь. Он позитивно влияет на человеческий характер, позволяя вам стать морально сильнее. Дата открывает больше шансов достигнуть успеха, потому что возникает большое количество уникальных возможностей. Если раньше все двери казались закрытыми, то теперь они раскрываются перед вами и помогают двигаться к цели. Что нельзя делать в этот день? Ни в коем случае не стоит смотреться в зеркало, иначе вы можете себя сглазить и навлечь на себя неприятности. Очень важно в этот день сделать легкую влажную уборку. Таким образом, вы наоборот расчистите дорогу к своей удаче. Ну а для того, чтобы вам всегда везло и чтобы фортуна была рядом, вам достаточно в течение дня, в любое время, хоть на 5 минут, одеть самую любимую свою вещь, которая вам нравится, которая, может быть, и приносила вам удачу. Когда ее оденете, скажите такие слова: «Свою вещь одеваю, фортуну призываю. Удача ко мне идет, и успех меня ждет. Да будет так». Сказали 3 раза, поносили 5-10 минут, а потом можете снимать. И вот будьте уверены, что именно в этот день вы призовете фортуну, и она всегда будет рядом с вами.